В общем, хотел показать, что Powerbank мой Bazeus на 10 тысяч, которая заряжает MacBook Pro 20-го года, тринашка на M1. Там непонятно, как он называется, потому что все стерлось. Нечитабельно. С камеры лучше даже видно. В общем, показываю, вот он реально заряжает бук. Я вот уже работаю, где-то, может, час. Здесь было 100% на макбуке, и он, получается, 3% потерял. А здесь было тоже 100, стало 84. То есть это реальная помощь для работы. Я как-то пробовал, когда был макбук разряжен, но что-то не пошло. А когда все заряжено полностью, то хорошо он работает в этой связке. Так что даже такой маленький Powerbank может подзаряжать макбука. Такая удачная модель, которая может одновременно много раздавать и сама заряжаться. Это, кстати, к вопросу тому, что, допустим, если у вас сейчас нет зарядки для макбука, то можно попробовать сюда подключить тоже зарядное. Он будет заряжаться и заряжать MacBook. Хотя интересно, обычная, наверное, зарядка не может зарядить. Сейчас попробую. Может ли обычная зарядка? Посмотрю, насколько. Вот, с такими характеристиками. Сейчас попробую зарядить вот через этот же кабель MacBook, через эту зарядку. Да, в общем, идет зарядка. Вот через зарядное. Это от моего дрона DJI-овского. Вот эта зарядка заряжает MacBook через обычный кабель. Так что можно пользоваться такими вещами. Сам кабель не знаю откуда, но он хорошо работает.